Всем привет! Снова мы на канале Mr. Benz. Едем снимать самый дорогой S-класс. На светлом салончике со всеми ништячками. О, смотрите, какой весь этот стоит. Мультиван и еще это. И, кстати, едем еще на то место, в которое в прошлый раз у нас не получилось поснимать. Правда, не первый раз у нас не получалось на нем снимать. Мы уже туда и кабриолет возили, и хотели там поснимать, у нас не получилось. Потом еще вот хотели, получается, и сел этот Брабус. Вы, кстати, можете еще подписаться на наш Телеграм. Еще у нас вот есть сайт свой, ну, может, кто-то не знает. Там можете приобрести себе запчасти, мы там можем подобрать вам автомобиль, еще что-то. То, что с Мерседесами связано. И вообще, наше дело, которым мы занимаемся, чтобы вам показывать, что более веселой, такой развлекательной формы. У нас нет желания там тошнить, так скажем так, да, тошнотить, блин, в этих видосах, какие-то технические данные, там, тыры-пыры, вот это все, блин. Вы это все можете уже найти, блин. Да, на сайте это все есть, на нашем, поэтому каждая машина все выставляется. Кто хочет за нами просто следить самым простым способом, самое простое – это подписаться на наш телеграм-канал mrbenz.ru. Еще раз повторяю, это все, то, что мы сейчас вот это снимаем, это все не на серьезке, это просто вот развлекательно. Ну, чтобы вы там посидели, чаёку попили под видос, и все. Да, чаёку. Жару, правда, чаёку. А мне нравится. Чё не... Кстати, вот как вам вот это? Потому что кто-то недооценивает эту машину очень сильно. Вот, мы идем наконец-то на то место, которое, блин, было уже очень давно в мыслях, чтобы тут снять. Я понимаю, что здесь тоже до нас снимали. Да тут и, может... Тима Белорусских выступал. Да тут много кто чего выступал. Место известное, Бродно. И как бы надо закрыть эту темочку, скажем так. Темку? Темку, да. Темку надо закрыть. Красотища. Ну, людей тут много очень. Ну, скоро приедет. Скоро прибудет наша машинка. Будем тогда уже здесь снимать. Да. Красотища. Красота. Это какая лепота. Еще такой легкий туманчик. Снимай, снимай, вон едет. Снимай, снимай, снимай. Твои глаза. Первое впечатление. Еще первое же впечатление охрененное. Что это машина? Максим, такие машины, блин, на пальцах пересчитать в стране. Место подходящее. Ну, такой салончик тут. Бежевый. Но выглядит очень жирно, блин. Прям вообще. А цепь не меняли вообще, да? Никто ничего мне это не делал. Это надо, знаешь, спрашивать. Я вот поэтому... Ну, обычно у них по регламенту меняются звезды, цепь где-то на 120 тысяч. Давай посмотрю, спрошу. Ну, спросите на всех. Мне даже очень интересно, тем более, что от первого источника, как говорится, от первого владельца, блин, это... Тут добычки. Говорит, надо на сервис, если что, звонить. Ну, говорит, по-моему, говорит, если я не ошибаюсь, на 116 тысяч что-то менялось там. 100%. Холодильничком. О, понятно. Загруженный холодильничек водичкой. Это видел, думаю. Да не хлопайте дверями, что ты хлопаешь в машину? Тонированные шторки, наверное, поднимают. Да, что шторки, все. Здесь полный комплект будет. Самый же. Да. Не открывается? А, я не знаю. Не закрывается мягко. Так, я с
сажусь, короче, вперед. Звукоизоляция, знаете, похожая как на нашу эрку, несмотря на то, что это машина. Не, сзади тут вообще ничего не слышно. Но. Шумка, блин, конечно. Ну, у нас и эрка тоже, блин, непростая. Самый дорогой 222 в Беларуси. Ну что, спасибо тогда за время уделенное. Пожалуйста. Нашу помыть, приукрасить, то ну не то, что не хуже, ну конечно не такое. Не, если бы тут такой салон, как там был бы, да, блядь. Ну а наш, понятно, что бежевый. Это, во-первых, минивэн, правильно? Да какая разница? У нас все равно машина не такого класса, естественно, блин, но... Ну можно сделать. Кстати, есть такая мысля, что может мы когда-нибудь эрками займемся и будем их переделывать именно как лимузины. Почему нет? Машина доступная в цене. Кто переделывает? Ты удлинять хочешь ее? А? Ты удлинять типа хочешь? Нет, не удлинять, а именно салоны менять. Да. Может быть, красить какие-то машины. Реставрация, реставрация, полная реставрация, да. Не, тут обшить таки, в такую же штуку, как в 222-м. Не, это все реально, я таки видел эрки. Ну. Ты ж мне даже показывал. Напоследок, говорю, был прикольный момент. Мы сейчас вот проезжали в центре этого замка, да? Ну. И среди как раз зашла толпа этих туристов. И ты едешь за рулем этой машины, ну, в данном случае СКП. Необычное ощущение. Никто уже не слушает лекцию экскурсовода. Так я вижу. Все смотрят только на эту машину, блин. И кто за рулем, блин, наверное, не знаю. Но как минимум на машину-то уж точно. Но ощущение очень прикольное. Советую каждому эти ощущения когда-нибудь ощутить. Все, желаю. Удачи. Да, желаю. Советую и желаю, потому что это, во-первых, вдохновляет, это на что-то такое новое, это необычное ощущение на самом деле. Так что всем удачи. Сейчас такое необычное завершение. Ну, меня не видно, но всем пока, короче.